Здравствуйте, меня зовут Петрук Ирина. Сегодня мы поработаем с вами над укреплением наших бедер и ягодиц. Изначально делаем короткую разминку. Внимание, правой ногой марш и хоп. Руки на пояс, подтяните живот. В лопатках представьте карандаш, макушка тяните вверх. Сильная, здоровая и красивая. И еще шагаем. 4, 3, 2, шаг в сторону. Степ-тач. Колени мягкие. 4, 3, 2, рука наверх. 1, 2. Продолжаем работать. Степ-тач. Улыбаемся. 4, 3, 2, рука в сторону. Оп. Все тот же шаг, просто руку вели в сторону. Продолжаем. 4, 3, 2, рука наверх. 4, 3, 2, в сторону. 4, 3, 2, рука по кругу. Оп. Еще. Еще. 4, 3, 2 и 2 руки по кругу. Продолжаем. Еще 2. 4, 3, 2. С самого начала. Правая вверх, вверх. Рука в сторону. Еще 2 раза. И рука по кругу. Снова с самого начала вверх. Хоп. В сторону. Проверяйте осанку. Проверяйте собранный живот. Рука по кругу. Дышите. И 2. Внимание, захлесты. Руки вперед. Колено смотрит в пол. Не прогибайтесь в пояснице. Дышите свободно. И еще 4. 3, 2, двойка. 2 раза. И еще. Двойка. Степ-тач. Руки свободно. Руки на пояс. Open. Открытый шаг. И 2 руки добавим. И осталось 4, 3, 2. Останавливаемся. 2 руки вверх. Вдох. Выдох. Плечи круг. Спина вниз ровная. Хорошенько растянем ягодицы. Наверх круглая спина. Позвонок за позвонком. И снова вдох. Выдох. Плечи. Вниз спина ровная. Наверх круглая. И сейчас мы готовы с вами прорабатывать мышцы ягодиц. Исходное положение. Шаг ногой назад. Есть. Мы работаем с вами выпады. Начинаем опускаться вниз, не спеша, на 2 счета. И вниз, вниз, вверх, вверх. Не сутульте спину. Держите лопатки закрытыми. И еще 2 раза. Живот слегка опускайте на бедро. Это последний. И работаем в темпе. 8. Не падаем вниз, не проваливаемся. Движение мягкое. Осталось 4 раза. 4, 3, 2. Выполняем 3 пружинки. 3, 2, 1, наверх. 3, 2, 1, наверх. Еще 2 раза. И последний. Замечательно. Нога к ноге, вторая нога назад. Выстраиваем исходное положение. Левая на носке, живот собран, спина ровная, медленно вниз. 3, 4. И вниз, вниз, вверх, вверх. Следите за тем, чтобы ваше колено не выходило за носок. Колено остается над пяткой. Еще. Вниз, вниз, вверх и в темпе. 8, 7, 6, 5. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще 2 раза. Работаем 3 пружинки вниз. 3, 2, 1, наверх. 3, 2, 1, наверх. Еще 2 раза. И последний. Левая нога к правой. За руками делаем глубокий вдох. Выдох. К ровным ногам наклон к одной. Постарайтесь прислушаться, как растягиваются мышцы ноги. Дышите свободно. И разворот на другую сторону. Пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, вперед. Легкая пружина. Голову старайтесь ниже таза не опускать. Поднимаемся наверх, за руками вдох. Итак, второе положение, исходное положение, ноги широко. Носки в стороны, мы выполняем с вами плие. Медленно вниз, 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 вверх, вверх. Представьте, что сзади стоит стульчик, на который нам нужно сесть. В темпе вниз, вверх, вниз, вверх. Отталкиваемся пятками и внешней стороной стопы.
мизинцами толкаем. Вдох. Вдох. Еще. 8. Мягче наверх. 7. 6. 5. Проверьте, лопатки закрыты, плечи расправлены. И пружинки. 3, 2, 1. Вверх. 3, 2, 1. Вверх. Еще два раза. Остался последний. Просто подъем за руками, глубокий вдох. Выдох. Наклон вперед, спина ровная, ноги ровные. Голову ниже таза, стараемся не опускать. Еще 4, 3, 2, подъем наверх. За руками вдох. Просто выдох. Есть. Работаем снова плие с приставным шагом. Делайте пятки вместе, носки врозь. Мы будем делать выпад в сторону. 3, 4, медленно. Вниз, вниз, вверх, вверх. Пятки соединяем вместе. Носки разведены в стороны в темпе. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 3, 2. Работаем 3 пружины. 3, 2, 1. Пятка к пятке. Проверьте спины, проверьте центр. Мышцы живота собраны. Еще два раза. Внимание, работаем в другую сторону. Медленная скорость. И вниз, вниз, вверх, вверх. И еще раз. И работаем в темпе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 пружины вниз. Сознательно сжимайте ягодицы, бедра. Думайте о том, что у вас работают мышцы. Еще 3, 2, 1 и последний. За руками наверх вдох. Ноги шире. Выдох. Ровная спина, легкая пружина. Внимание, руки остались на полу. Выпад на левую. Растянем бедра. Пятку не отрываем от пола. 4, 3, 2 и меняем. Осталось 4, 3, 2, подъем таза и подъем корпуса. Сделайте вдох. Ноги собрали, выдох. Еще раз вдох. И последнее упражнение у нас — выпад в движении. Левая нога впереди, правая сзади. Мы будем работать выпад с приставлением ноги к ноге. Медленно. Вниз, вниз. Нога к ноге. Здесь стоит сконцентрироваться. Достаточно сложно на баланс. Не ускоряйте. И в темпе. Вдох, выдох. Думайте о том, что вы тянете передней ногой. Сильно не отталкиваться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И работаем 3 пружины. 3, 2, 1, вверх. 3, 2, 1. Еще два раза. И последний раз. Собрались. 3, 2, 1. Меняем ногу сразу. Раз, два. Вверх, вверх. Следим за коленом. Колено не выводим за носок. Еще. Колено остается над пяткой. Еще раз. Вниз, вниз. И работаем в темпе. 8, 7, спина ровная. 6, 5. Переднюю ногу старайтесь не выравнивать. Все время удерживать мягкое колено. И остались пружинки. 3, 2, 1, вверх. Пружины мягкие. Инерцию не включаем. Только мышцы. Мягче. Еще раз. 3, 2, 1. За руками вдох. Выдох вниз, расслабление. Пружинка. Ноги шире. И выпады в одну сторону. Влево или вправо. И в другую сторону. Главное, чтобы вы хорошенько растянули бедра. Таз наверх. Подъем корпуса, руки вдох. Собираем ноги, выдох. Еще дышим. Вдох. Выдох. Последний раз. Плечи круг, спина осталась ровной. На сегодня все. Надеюсь, данные упражнения помогут вам укрепить бедра, ягодицы и оставят хорошее настроение. Всего хорошего!